70 лет педагогической деятельности отмечает отличник просвещения РСФСР, учитель учителей Петр Владимирович Перфильев. Он и по сей день вносит свой неоценимый вклад в сфере образования. Подробности далее. Петр Владимирович Перфильев трудовую жизнь начал рано. В 60-е годы работал в Нюрбинском детском доме. Эмоциональность и обаяние в сочетании с эрудицией и умением учитывать возрастные и психологические особенности учащихся позволяли добиваться глубоких и прочных знаний. Петр Перфильев за 70 лет работы в сфере образования зарекомендовал себя как исключительно добросовестный, доброжелательный и трудолюбивый педагог. Профессия моя самая обыкновенная. Я учитель, и ее очень я люблю. И скажу, что учителем может не всякий. Поэтому тот, кто стал учителем, но чувствует себя не в своей тарелке, лучше профессию менять. Последние годы Петр Владимирович с присущим ему энтузиазмом руководит работой музея школы номер 2, где проработал более полувека учителем русского языка и литературы. Музей признан одним из лучших в республике. За это время он накопил и систематизировал уникальный материал по истории школы, района, алмазодобывающей промышленности Нюрбинского авиапредприятия. Он привлекает учащихся к поисково-исследовательской работе. Петр Владимирович, мне большую часть времени, когда свободен, и я тоже свободен, рассказывает о школе, как он работал в ней. Поэтому у меня появилось желание стать учителем. На днях в честь юбиляра состоялось торжественное мероприятие. Коллектив родной Нюрбинской школы номер 2 искренне поздравил своего наставника, педагога от Бога Петра Перфильева с 70-летием трудовой деятельности. Кюня Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, НВК Саха, Нюрба.